перископ можно выйти. Еще перископ идти. Где у нас Анапа? Вон у нас Анапа. У нас черное море. Черное, черное море. Ничего не видно вообще. Жесть. Там у нас Анапа. Ну, можно сказать, что мы находимся в Анапе. Угу. Потому что уже мы это видите вот там. В ту сторону. Ничего не вижу. Что я снимаю? Все увеличено, что ли? Классный такой песочек. Обожаю песок. Через несколько минут на крокодиловой ферме. Людей нету, они, ну, я в воде. А? Кто? Тут сколько нам идти туда? Малиновый, да? Да. Малиновый на эту не хочешь, которая вот виртуальная реальность. Конечно, прикольно, я там могла басуть, а в туалет. А, ты снимаешь? Ну да. Но музыку ставь. Ага, не буду делать ничего. Долбаться. Вон корабль твой любимый. Блин, а я вроде включала звук, оно все беззвучно. Катя играет детство, Катя хочет сладкое. Петуха себе купила. Петуха, вату. Ты снимаешь, да? Да. Чурчхела. Так, что у нас тут? Картошка на мангале, овощи на мангале, шашлык. Шашлык свиной? Да. Что-то лука мало. Очень мало. Лаваш. А что ты две разных взял? Надо было, наверное, одной марки. Наоборот. Море выбрасывает. Что сразу мошки на них налетают, что ли? Thank you.
Ну что, съездили отдохнуть в Анапу. Я попала в больницу с отравлением, ребята. Всем привет. Отравление рыгало. Спин 4 раза уже ругать нечем было. Потом диарея, жидкий стул. Ну, одна вода. Так до сих пор и есть. Ужас. Никому не пожелаешь. Вот, я в палате одна. Кушать хочется, желудок уже сосет, но ничего не дают. Наверное, нельзя. Панкреатин один принесли, еще какую-то капельницу ставили ночью. Вот. Вот так вот. Не знаю. А нам уезжать послезавтра. А точнее завтра, нам утром надо было выезжать уже домой в Ставрополь. Ну, а я слегла в больницу. Не знаю, куда муж денется. Ну, куда пойдет жить, не знаю, машину, наверное. Потому что заканчивается, ну как, оплата номеров же. Вот. Палату закрывают, я в инфекционке. Меня закрывают на ключ, такое окно к ним по коридору, не знаю почему. Сказали, никого нельзя пускать. У меня вообще всего одна бутылка воды Пилигрим. Но это вообще не Пилигрим. Вообще она не полная. Вот. Кошмар, короче. Весь отпуск вроде нормально был. Нет, желудок сосёт, блин. Всё обгорело, вся облазь, вот. Ну, тебе не как ожог. Кусками здесь этого нету. Нос вот. Нос ещё щипит, пипец. Тут кровь шла. Больно не могу. Ну, такая вот фигня. Такая вот фигня. Если завтрак, весь компот. В общем, счастью нет предела, девочки. Счастью нет предела, я хоть покушаю. Вот у меня такой вид с окна. Здесь я не знаю, что вам. Вот прикол. Меня переселили в другую палату. Я была на втором этаже, оказывается. В смысле, я не знала, на каком этаже была. Переселили на первый. Вот окна открыты. Вода. Это вода. Только стала пить. Питьевая, разведенная с эргидроном. По идее, скоро уже ужин. Вот. В туалетной бумаге ничего нету. Вот такое окошко в коридор уходит. Самая последняя палата. Там нет уже коридорчик, там раковина. Раковина меня закрывает на ключ. Здесь. Ну, я, может быть, сниму. Сил просто нет. Там ванна такая маленькая. Туалет. И все, ну там горшки, ерунда всякая, кричат что-то. Ага. А завтра до 10 муж в курортном отеле, который у нас, с 10 он должен выехать. Мы слышали, что деньги потратили, прогуляли. Кто же знал, мы буквально вот вчера, вчерашнее неплохо стало, ну, где-то в 9.30, 21.30 вечером, после мы приехали только домой, все неплохо стало, вот. Ну, мы их и прогуливали, деньги на аттракционах, 5-10. Если бы, конечно, знали, мы не прогуливали, потому что, по идее, надо снять какую-то комнатку, подселиться, потому что... У меня температура сейчас 37,5, это плохо. Не знаю. Делать такой вот ужин. Ой, горячее.
это чай. Вот, будем ужинать, подкрепляться, сил вообще нет. Такая проблема есть в этой больнице, в палатах этих больниц и вообще, по-моему, по всей больнице, потому что когда меня переселяли с одной палаты вот в эту, я сидела там в коридоре, и у меня сиделся телефон. Прерывала я связи с мужем, с внешним миром. И у них все равно даже там, в самой больнице, вот вы видите, очень высокие розетки. Очень высокие, это вообще не нормально. У меня провод короткий, приходится рукой держать. Не понимаю, зачем они это сделали. Почему это вообще вы пойдете? Эта розетка должна быть на расстоянии стола. Вот. Такое чувство, знаете, чувствуешь себя как в тюрьме. Отчасти. Комары по нам залетали, сеток нету. Скукотища. Бежать надо неделю, но я буду проситься домой. Сегодня мы должны ехать домой. Но у меня вчера была температура. Сегодня не знаю как. Вот. Надо ехать домой, потому что либо еще остаться на одни сутки, потому что нужно доснять жилье для себя. Шмар, я переживаю, короче, за него я хочу ехать домой. Вот так вот. Вот. Сижу на улице. Сбежала с больницы. Позади меня, которое здание, это вот эта инфекционка города Анапы. Вот. Я жду мужа. Больничный городок. Пока их дождешься его, он должен сдать номер. И вроде как ехать за мной. Роуминг, это жесть, конечно. Если деньги по 100 рублей улетают за 2 часа на смс-ка. Такая жопа, конечно. Да. Вот такая вот фигня. Не знаю, что это за больница, наверное, какая-то многопрофильная больница. Шо, мы едем домой. Сбежали с больницы. Да? Там семейный магнит. Купила все журналы. Тут, походу, что-то Пантер, что ли, в подарок положил родители. Грязно? Да, 9 месяцев. Ну, я сейчас одеть должна его обязательно. Интересно, эти журналы посмотреть. Я вообще этот ни разу не покупала, вот этот журнал. Даже не знаю, что, как он считается. Как считается? Мэри Клэйр. Я такой не покупала. Первый раз вижу этот журнал. Ну, я вижу, что он по типу, ну, этих гламур, космоболи там просто. Местный краснодарский журнал, короче. Да ну нет, и что? Вряд ли. А это вряд ли. Вот эти стулья очень дорогие. Ну, оно как всегда. Как всегда, как всегда, как всегда, как всегда.